Бивол, Баррера. Статистика ударов. Дмитрий Бивол нокаутом победил Барреру в бою за титул чемпиона. Бой между Биволом и Баррерой продолжался все 12 раундов, однако последний из них оказался коротким. Бивол отправил своего соперника в нокаут, и бой был остановлен. Россиянин сохранил титул чемпиона мира по версии ВБА в полутяжелом весе. Защита стала для него четвертой успешной подряд. Согласно данным ЦМПБА, Бивол к моменту нокаута имел весьма весомое преимущество по всем показателям. Российский боксер выбросил в течение боя 778 ударов, 243 из которых, 31 легли точно в цель, тогда как у кубинца этот показатель составил всего 1275 ударов из 606. При этом Бивол имел более чем двукратное преимущество по точным силовым ударам, 146 против 65, и абсолютно подавляющий перевес под джебом, 97 против 10. Смотрите также видео нокаутов боя Бивол, Баррера. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram. По материалам сайта newsgra.com.